можно было на автобусе сесть. Вот на этот как раз подошел, но я на него садиться не буду. Он долго будет ехать. А я идти еще буду дольше. Не понял. Вчера тут разместили базар елочный. Хотел снять и забыл. Сегодня елок нету. Или разобрали, или они их спрятали. Правачик едет. И снова всем здравствуйте. Идем. Вернее, иду. Пошел, короче, в лес. Не один. Там еще пенсионеры подтянутся. Как обычно. Разведем костерчик, посидим, поугараем. И назад домой. Ну все. Пока. До места. Сейчас иду по городу. Малость. Мне сюда. И снова всем. Сейчас. И снова всем здрасте. Идем. Да не иду. Пошел, короче, в лес. Не один. Там еще пенсионеры потянутся. Как обычно. Разведем костерчик, сидим, поугараем. И назад домой. Ну все. Пока. До места. Сейчас иду по городу. Молодцы. Хотел той стороной идти. А там нету тротуара, ничего нету. Такие закоулки. Цены на бензин вот такие. Сибтранснефть или кто там? Сибнефтранс. Здесь она подешевле, по-моему, чуть-чуть. А нам туда. А вон автобус, на который я не сел. А мог на нем приехать. Ну, чуть побыстрее. На 100 метров 50 на 50. Вот какой контраст. Тут свет, а там темно. Плафона 3 бы хватило на весь участок дороги. А зачем?
так быстро гнать? Нормально. Один быть. Буксует уже. Один уже там. Перепашку достал. Догнал. Не, он там ставит и просто поставил. Да ну, да. Нахуй ее просто так ставить. Тормози, а то ударишься. Он? А мне же ему надо место, он же раньше хочет. Это он, да. А что здесь встал-то? А все? Че все? Вот здесь поворот. Какой поворот? Да. Забуксовали мы. Ну и чё? А? Чистить? Сейчас мы прочистим, чтобы он мог выехать. Так а чё чистить? Вот надо куда чистить-то, чтоб заехал. Вов. Сюда? Вот. Ну откуда тебе? Сейчас вот назад раздак, и вот сюда перепрыгивать будет. Мы ехали, ехали и наконец приехали. Вова, попробуй взад действительно сдать. И это, и вперед заехать. Да, пробуй назад сдавать. И вот в этот промежуток, который здесь трактор ля-ля тополя, заехать. Во, нормально все. Езжай, 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 езжай. Еще, 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 еще. Ой, с разгону. Давай. Если получится. Получится. Не-не-не-не. Теперь назад. Назад и протаптывай. Хорош! Давай назад. Я не пойму, что он останавливается-то. Я сам не пойму, что он останавливается. Ну вот, что делаем? Все же было хорошо, ну. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Лопату. А, котелок. Котелок забирай. Ага, и там это, тренога. Что еще, тренога? Ага. Тела. Да нет. Топор. Топор. Держи. Вова, ты мой рюкзак взял? А это твой, да? Это мой. Я смотрю, похоже, что-то думаю. Что-то моим отдает. Так. Ну ладно. Сурал Маша. Сразу протестим фонарик. Вот я его включил.
Снег идет. На улице зима. Я не буду выключать его до тех пор, пока он не сдохнет. Фонарика получается вот такой квадратик. Еще. Где еще один? Че, студент? Не, он не студент. Студентом он был лет 50 назад, да? Был студентом 50 лет назад? Был. А сейчас ты не студент же? По-любому нет, да? Пенсионер, скажи я. Пенсионер. Пенсия-то большая у пенсионера? Кем? Пенсия-то, говорю, большая у пенсионера? Ну, хрена несешь. Ну как, ну двадцатка есть? 13. 13 тысяч пенсия? Да. За 50 лет стажа? Суки не учли казахстанский после развала Союза. Ты думаешь, у меня что-то учли? Они мне вообще 7 лет напечатали. Я говорю, как так-то? У меня вот книжка. Она говорит, а тебе не надо ничего? Я говорю, так включайте стаж в общий-то этот весь стаж. Они мне знают, что сказали? При включении стажа, ага, ваша пенсия не повысится. Ну и все, и отвязались. Я пошел к юристам. Ага. Они мне на 8 тысяч одели. И я вот писать прекратил вот буквально несколько месяцев, пару месяцев назад. Я везде писал. Но. И президенту нахуй, и в прокуратуру, и в Следственный комитет России. Бесполезно. Вот там фонарик что-то светит. Ага. Там нас ждут. Алло, гараж. Видал, какой квадратик маленький? Да, интересно. Угу. Хочешь такой? Хочу. Выписывать. А, выписывать надо? Ну да. А можно купить вообще-то, поискать, но, по-моему, здесь дорого. А это, батарейки там, да? Да. Аккумуляторы. А, аккумуляторы все-таки? Да. Вот у меня. Никак. Я уже отсюда костер вижу. Вот он бузует. Видишь? Кто-нибудь видит костер? Я вижу. Сейчас вправо они должны свернуть. Нет? Да. Свернули они вправо? Нет? Нет. Как нет? А вот так вот. А куда? Дальше пошли они туда. По той дороге пошли. Они по верхней пошли, по верхней. По вдоль горы. Стрельни еще раз! А здесь не видно будет. Вот они внизу горят. Видишь? Вон они внизу костер жгут. А? Почему они в горе? Во! О! И что, не снимал? Снимал. Красная ракета. Опасность там, опасность. Медведи проснулись. А, сосеночки вот такие хорошие при свете. А этих не видать даже. Снег валит. Вот это красивое. Там тоже уже не видать. Хоть и фонарик хорошо светит. Паша, ракету!
красивая. Или собака, либо не собака. Лиса тоже собака. И волк собака. Здорово, отряд пенсионер. Сильно не дави. Вот так. Заломалась. Прошлый конт сдавил. Я думал, все, хана. Пришли, всем здрасте. Если бы не ракета. А там не встретился мужик там. С палками. Я его спросил, говорю, а что на чай не зашел? Он говорит, чай мне сюда. Клади ее так целиком, она перегорит, да и все. Нет, потом. Вот. Нет, так вот. А там уже чай, наверное, уже кипит, блин. Скалолаз, не, пока ему не подскажет. Ты говоришь, что, чай сюда пришел? Я только из-за этого и шел, блин, такую дать. Думаю, напьюсь курильского чая. Потом. И потом чая. Этого. Всякого раз. Короче. Ты договорился до того, что дадут, то и будет. Ну, я купил это в магазине печеночную колбасу, я тогда и давать вам не буду. Конечно. У нас четверо. Ну и будешь в одну харю наяривать здесь? Ну я ее на 5 кусочков и порезал, правда. Какая-то? В магазине купил ливерная, ой, печеночная колбаса. Вот она говорит. Из печенки. Делают ее здесь, вот в нашем. Колбаса из печенки? Да. Печеночная? Слушай, ну вот сейчас по кусочку съедим, короче, там... Ну она точно печеночная? Печенка есть там, и натолкано это... Хлеба? Это, сало. Сало? Сало, еще что-то, кусочки мяса, что ли, какая-то. Она получилась как не печеночная, но в кишках. Я хотел ее очистить. В кишках, но не печеночная, но с салом. Можно ее тут пожарить и по шашлыка, блядь. Да, она не так вкусная, не знаю. Короче, очень вкусная. А? Вот два газа разных. А это кто она называется-то? Вот так горит. Ну-ка. Ну, Паш, посиди сюда. Газ вот такой. Переворачиваю. А она все равно так же работает. Мне вот это нравится. Потрясли. Булькает. Но он полный, я им ничего не делал еще. Наконечник красненький. Газ всесезонный. Ну, я думаю, нормально. Если что, ссылка в описании, смотрите. А вот этот газ в Алтай, оказывается, он съездил. На нем мы покушать варили. И он там еще булькает. Не знаю, сколько этот продюжит. Ну вот, два разных газа. Пошел процесс. Там не салом, там... Грибы. Чесночок, чесночок ловишь.
политые маслом из шиповника. Огурцы у нас есть. Чай. Чай из чего, Паша? Ну-ка попробуй. Малина. Колбаску. Малина, белоголовник. Так, пирожок бери. И душица. Печень. Ну слушай, вкусная эта колбаса. Печенька, печенька. Я так и говорю. Сладости. Короче, все будет ништяк у нас. Почему у нас и сало, и мясо, что это там на толку? Сало, мясо запад. Очень понравился. Да? Это как бадам. Собираешь его. Это коричневый такой уже засохший. Да. Чего? Помыл его. Прошлогодний. А? Прошлогодний. Да, да, да. Бадан вообще можно 3 раз кипятить, да? Ну, 2-то уж железно. Иван, чай тоже. 3, 4, 5 смело запаривать можно. Чагу тоже можно 3, 4. Все можно запаривать. Светает. Фонарики горят. 9 часов, да, уже. Это кого меняешь, Игоря? Нет? Игорек. Снег не прекращается. Там с другим мы, получается, соседом. Я когда-то с ним работал, с Игорем. Ну, так, он меня менял. Я его меня. Мы как сутки через сутки так, работаем. Пирог берите. А потом Мишка говорит. А он же, видишь, приходит рано. Педалек он. Проснулся 5 часов, блядь. 6 часов уже на работе, блядь. Заебись. А он же набрасывается. Или опять бодяет? Что, не понял? Игорь. Что, или какой сосед? Нет, ну ты что рано поступай. Игорю. Ну а как он так? Он всегда так рано, ну, приходит. Не, ну он рано приходит. Ну. А как он такой Дастархан у нас сегодня? Вот там вот Бабашев живет. Бабашев? Да. А, вон. Ну, он из Гродки. Рассветает. Какие 25? Я тебе говорю, с 18 по 25 я вам подсчитываю. 7.01 продолжительность. Это секунды посчитай. А потом будет... В зависимости от высокосного года, 20, 21, 22 число. Вот самое там меняется. Я посмотрел по численнику с 18 по 24. 7.01 продолжительность. И свой численник человеке повешать. Ой, да что вы спорите за 1 секунду, блядь? А потом будет 25-го будет 7.02, а 26-го 7.04. Ты еще больше спорить? Как вы тут у костра? Нормально. Ну ты что не фотографируешь? А зачем? Кино идет. Кино снимает. Нормалек. Как его лопатой пугал, тоже снял? Да. Еще как. Это трезвый, а если пьяные так были бы? Я не пухнул, блядь. А так бы еще озвучено было бы. Нет, нельзя. Пожара опасна. Это как, слышали? А я точно. Американские, слышали это там, как он пернул-то, блядь? Президент-то, блядь. Но. С бабами стоит, дрыст. Вороны орут. Ой. Черти, блядь, ты. Перевернулся мирно. Ну правильно, 80-летних стариков выбирают туда. Не зря же говорят старые пердуны. Так кто их выбирает? Это масоны там, блядь, берут, ставят нахуй. Все они, сами себя выбирают. Ну, с тобой там поговорим. Да. Че там бубнишь? Приговариваешь? Ну все, чайку попили, отдохнули. Банда пенсионеров.
Все, фонарик можно снимать. Альпинист первый идет. Провалился нафиг. Снежок не прекращается. Были там. Вон дымок сейчас стелится. Пойду догонять. А сюда вот машинка заезжала. Вот заехала, развернулась. Вверх не поехала. Вообще свежак. Перед нами. И укатила назад. Вот такие зимние пейзажи здесь. Пейзажи. Вроде не замерз. Иду потихоньку. Машины там внизу стоят. Вот за этим поворотом. Сейчас сядем, поедем. Здесь вот так. Уже 100 раз снимал. Все, забуксовал. Стоп, не копай, блядь. Вот мудак. Стоп, мудак. Не копай, блядь. Не копай. Теперь пусть прямо колеса ставит. Мы его так хуй вытолкнем. Вау, вау, а! На самой горе. Нет, там ровная площадка. Вот мудак. Да, он такой. Не крути, блядь, колеса. Ладно, пойдем. Давай потихоньку. Опа, хорош. Все. Выворачивай колеса, выворачивай. Так, да, а? Пусть накатает вначале, блядь. Накатал бы он, блядь. Давай. Не возьмет. О, все. Все, выворачивай. Назад давай. Потихоньку. Да, потихоньку, да. Да. Растань.
Давай еще назад. Выворачивай колеса. Выворачивай сейчас. Не нет, в эту, в другую там, сторону. Все, пошел. Давай еще. Потихоньку только, блин. Еще, еще. Вперед, может. Вперед. Только потихоньку. Потихоньку. Ага, все, 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 пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Сейчас я. Хе-хе-хе, победил один. Так, второе что будет делать? Еще давай! Ага, еще, 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 еще! Еще назад! Да, она сама у него выезжает. Она тяжелее у него. Вот и сядет.